Телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Азербайджана и его супругой состоялся сегодня по инициативе азербайджанской стороны. Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева поздравили главу белорусского государства с предстоящим Днем независимости и успешным проведением вторых Европейских игр. Обсужден график предстоящих двусторонних контактов и в целом развитие отношений между Беларусью и Азербайджаном. В Беларуси продолжается акция к 75-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Беларусь помнит, помним каждого. Сегодня в Минске к обелиску на площади Победы возложили цветы заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, министр труда и социальной защиты Ирина Костевич и министр информации Александр Королюкевич. Такие патриотические акции заставляют по-новому смотреть на свои дела, равняться на ветеранов, сверяя свою работу с тем подвигом, который они совершили, поделились участники мероприятия. Президентский спортивный клуб окажет спонсорскую помощь на 222 тысячи рублей спортивным школам Беларуси по итогам проекта «Олимпийский путь». В нем могли принять участие белорусские атлеты, победители и призеры вторых Европейских игр. При успешном выступлении и выполнении определенных критериев спортсмен получал право выбрать спортивное учебное заведение, которому будет оказана помощь. В итоге представители 11 видов спорта выбрали 17 различных спортивных учебных заведений. Наибольшую сумму в проекте заработал Могилевский областной комплексный центр Олимпийского резерва, который подготовил сразу несколько медалистов вторых Европейских игр.